Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.бз. Я просто захотела пожелать вам спокойной ночи. Боди, привет. Ничего не видно. Да, это папина футболка. Денис. Я всех так люблю, не могу. Да. У меня в школе, по-моему, ни один мальчик из класса не заметил. Но только те, кто видел, ну, кому я скидывала фотографии. Ну, с кем я общаюсь. Не, ну, они, конечно, наверное, заметили, но не сказали, но сама суть. Я так на 5 минут. Мне просто, я сейчас ложусь спать, наконец-то. Сейчас который час? В 9 часов вечера. Это вообще, это не я, реально. Я не знаю, как это вышло. Ой, Сонечка, привет. Да, я не понимаю. Я просто психанула и решила пойти спать. Так я даже уроки сделала. Да мне не верится, что я высплюсь вообще. Это непередаваемое чувство. Мне кажется, это невозможно. В будний день выспаться. Вот. Да. Блин, мне хочется что-то рассказать, но мне нечего, потому что моя жизнь это... Не знаю что. Блин. Веселая трансляция, да? Я знаю, что ты розовая. Я просто захотела пожелать тебе спокойной ночи. Вот. Каждый раз, когда кто-то будет заходить, я буду желать ему спокойной ночи. И в итоге я лягу в 11. Все-таки. Да. Есть такое. Прикиньте, у меня вот этот провод, если его вставить, ну, просто вот так провод, обычный провод, вставить его в телефон, то он будет заряжать 2 секунды. О, да, вот эта история. Ну, может, даже сейчас получится. Сейчас. По-моему, я вот так делала. Сейчас. Как это сделать? Я касаюсь. Блин, ну сейчас не получилось, естественно. Спасибо, кто бы говорил. To be or not to be. To be or not to be. It's such an alternative choice for all the boys and girls. To be or not to be, not to be, not to be, not to be. That's the question. А, Даша, спокойной ночи. Я сделала трансляцию, чтобы желать всем спокойной ночи. Ариша Данилова, спокойной ночи. Ариша Данилова. Даже если ты живешь в Америке, у тебя сейчас день, спокойной ночи. Или даже утро. Сейчас там... А, там сейчас 9 часов утра. Ой, не 9. 11. В Канаде, по идее. Ну, там, где Даша Халимон, там же 10 часов разница вроде бы. Вот, должно быть 11 часов сейчас утра. Аня Чигринова, спокойной ночи. Ну, это не важно, это например. Но если ты живешь в Харькове, то точно спокойной ночи. Всем спокойной ночи. Но я сделала трансляцию, чтобы желать всем спокойной ночи. Ой, Яся, привет, спасибо большое.
Открой дверь, я к тебе пришел. Позвони в дверь, я тебе не верю. Да. Мне понравилось, как сегодня я пришла вся в черном. Шаришь. Я пришла вся в черном, и Акума говорит, ну просто Акума на снигер. Я такой, смотрит на меня вот так пристально, как будто сейчас скажет что-то про прическу. И говорит, Даш, ты сегодня вся в черном. И я себе, не знаю, она говорит, это так сказала, это было так смешно. Она такая, чего вы смеетесь? А, ничего, ты смеешься. Я себе такая, ты больше ничего не заметила? Ну, блин, она как-то так смешно сказала, что я угорала с этого. Да, я не умею нормально рассказывать истории, потому что это просто... Ну, да. О, Боди лайкнул мне фотку, вот так вот, да, свалил с моей трансляции. Капец, у меня руки как... Да я знаю, это магическая история. У меня руки как туалетная бумага вот тут. Реально. Что происходит? Ты под чем? Бога-человек? Что? Ты про меня? Если про меня, то я знаю. Да... Что такое, Аня? Это ты под чем? Блин, в одинакового цвета я... Блядь, ну, руки как туалетная бумага. Что такого? Ну... Вы знаете, туалетная бумага, если вот так вот поделать, вам туалетную бумагу показать. Ну, в общем, берешь туалетную бумагу, вот так делаешь. Она шершавая. Потом берешь мою руку, она такая же шершавая. Понятно, объясняю? Я не понимаю, что не так. Ну да. Ну вот, это все из-за мороза. Это потому что ходишь, руки не в карманах, вот это. Опустим это. В общем, ходишь, ну, достаешь руку из гром. Полива. Сладких снов. Я бумажная девушка. Блин, что я так покраснела? Как это согнать? Да я всегда... Да, замерзла. У меня тут просто в квартире минус 20. Поэтому я хожу в футболке и закаляюсь. А, ну да, я же под чем-то. Водочки накатила, согрелась. Всегда так делаю. Ого, вот это самый лучший комплимент. Я дрочу. Я сама иногда на себя дрочу. Бля, почему так холодно? Ой, тепло. Жарко. Красный. Видите, как я смущаюсь у вас? Скромненько. Угу. Идет в багровых тонах. По-моему, так не такая красная. Это у меня просто освещение такое валимое. Зачем я это сейчас прочитала? Аня, я не понимаю, ты можешь объяснить мне, с чего ты ржешь? Вы хотите, чтобы я взорвалась от смущения? Ну, мне моя профессия позволяет вообще-то. Это только цветочки. Не, блин, надо, знаете, так... Так что там... Хотела почитать, что вы пишете, а вы ничего нового не пишете. Показала свою волосатую ножку. Вы такие милые. Ходит. По-моему, все смеются, я не понимаю, с чего. Вот это было секси. Я не могу. Сейчас.
Пожалуйста, остановитесь и напишите, с чего вы смеетесь, потому что я не понимаю. Я ничего не понимаю. А по-моему, прикольно, что не делай. Вот просто остановитесь. Остановитесь. Стоп. И напишите. Ну, пожалуйста, ну, блин, я, наверное, все опять пропустила. Вот это вообще. Все, пока. Ну, пока это не в смысле я ухожу, а в смысле... В смысле... Вы поняли. Я снимаю трансляцию в труселях, это опасно. Могу не туда повернуть и все. Это моя нога. Арус Даш. Пха-пха-пха. Ну, если не так повернешь, типа, то все, сразу, шлюха. Ахаха, ятло, ха-ха. Что происходит? Вот вы бичи. Не поверни, что там? Не поверни не так, мы не понимаем. Вот вы чиз. Блин, вы тупые, вы отмороженные. Я вас ненавижу всех. Ой. То сосочки, то трусы, что-то со мной надо менять в себе, вам не кажется? Чигринова, вот ты реально, я не знаю. А Дениска ушел. Самое интересное пропускает. Наталья Пахомова. Мне показалось, что Полякова. Да, ну когда-нибудь я пойму, с чего смеется Аня, но... Тебя сосочки рассмешили. Вот это да. Даже я с такого не смеюсь. Хай, Даша, хай. Умритус. Кто такой Вован? Чего он пишет? Да я не знаю, мне все равно. Тут какие-то вообще левые пишут. Но я с ними общаюсь как наравне. Как будто они могут достать до моего уровня. Зазвездилась. Nice to meet you, nice spell. Для этого сделан перископ. Ну так вот. Правильно. Если что, то была шутка неудачная, как обычно, как и все мои шутки. Хотела бы поговорить с подругами, сделала бы приват. Да, я знаю. Но чувство юмора это не всем дается. Блин, это не ты мне вчера писал тоже какую-то фигню, что я дура и тупая, и, короче, все, что можно. Негатив один. Блин, жаль, что мне так все равно, да? Нет, это был другой. Еще лучше. Чигринова. Я тебе сегодня говорю, что ты дура. Мне не привыкать. Не все говорят. Даже я сама себе говорю это. Все, я всем пожелала спокойной ночи. Даже вот этому, который меня обсирает, спокойной ночи. Я вас люблю. Спасибо большое. Кто меня скринит? Все, ребята. Да, всем сладких снов.